Под занавес сезона новинка. Накануне в Театре «Мастеровые» прошел пробный показ спектакля «Дикарь» по пьесе испанского драматурга и театрального деятеля Алехандро Кассона. По мнению режиссера постановки, это необычная история про обычных людей. На одной из последних репетиций побывала наша съемочная группа. Почему «Дикарь»? Да потому что главный герой пьесы, Пабло, практически с пеленок в течение 20 лет жил с отцом в горах, вдали от цивилизации. И вот теперь, в свои 24, ему предстоит познавать общество, учиться читать и писать. В этом ему помогает Марго, обаятельная и талантливая учительница, которой и предстоит превратить Пабло из дикаря в человека. Между молодыми людьми возникают особые отношения, и это нравится далеко не всем. Главное все равно в этом спектакле – любовь, и как люди идут к любви, и как любовь меняет человека. Ну а нам, исполнителям отрицательных ролей, приходится как бы выставлять препятствия героям, которые движутся к своему счастью. Для постановки этой пьесы из Санкт-Петербурга был специально приглашен режиссер Андрей Гаврюшкин. Он поделился, что работа с новым коллективом – задача не из простых, но очень интересная. Это новый театр, другие актеры, с которыми нужно найти общий язык, найти точки соприкосновения, потому что когда ты работаешь со своими, ты уже разговариваешь на одном языке, а здесь нужно каждому найти подход и создать общее дело, потому что не только режиссер создает спектакль, в нем участвуют все. Рождению нового спектакля в том числе помог грант Союза театральных деятелей Татарстана. Войдя в число победителей конкурса, мастеровые получили финансовую поддержку – 200 тысяч рублей. И вот дикарь Алехандро Кассона оказался на челнинской сцене. Нет! Скажи, что завтра не взойдет солнце! Только не это! Почему молчать? Ты бы все равно узнал. Здесь впервые сезон завершают новой постановкой. А чтобы уже 15 июня представить свое детище публике, актерам пришлось усиленно работать. Полтора месяца ежедневных репетиций. С результатами их труда более широкая аудитория сможет ознакомиться 6 сентября, когда мастеровые откроют новый театральный сезон. Пришли полюбоваться на человека-зверя. Виктория Ильина, Елена Агапова, Андрей Буслаков, РНТВ, Набережные Челны.